Всем привет! Вот, вот этот вот парень, ребят, он создатель Ютуба. Если у вас какие-то проблемы, он виноват. Ребят, у вас всех карьер можно назвать успешными авторами в той или иной степени. Был ли такой момент, когда вы просто занимались этим делом и поняли, что вы для себя решили? Может быть, вы для себя не решили, что вы успешны еще? Офигеть, хата! А вот такой вопрос. А огромное количество видеоблогеров прямо сейчас или снимает свои видео, или монтирует, а вы сидите перед нами. Зачем, для чего, как вас уговорили? Можете пару слов? Похоже немного на мой канал, посмотрите, эпизодно у меня выходят влоги. Просто, ребята, не надо. Кирилл, знаете, что делал? Он занял угол. Он меня ко мне сзади выходил. Только начал запись, я сразу выключил. Короче, ребята, все, мы отправляемся в Новосибирск. И я буду там с 6 по 10 число, получается. Ну что, все, погнали. Вот так вот резко я там появился, так же резко исчезает до следующего кадра. Все, что вы дальше увидите, это уже будет в Новосибирске. И со мной, кстати, сидит Зога. Вот, да. Я не знаю, вам видно его, наверное. Вот. Короче, все, со всеми познакомимся уже в Новосибирске. Главное, что я вам сказал, что я все, поехал и уехал. Надо, кстати, сейчас Катюхе еще позвонить и родителям, что все, я отправил, все нормально. Все, успел, не опоздал. А то обычно опаздываю. Так что все, давайте. Все. Вот так вот мы оказались у Влада дома, у Ферамира. Посмотрите, вот где живет легенда. Мы находимся. Мы находимся по ту сторону экранов, по ту сторону квартиры. Понятно, да, вот так. 5 часов ночи. 5 часов ночи сейчас. Ну как, почти 5 часов ночи, вот 4:47 показывает. У меня часы даже сами перевелись. Нам надо срочно ложиться спать, потому что, как я понял, нам в 10 часов уже надо быть готовыми и идти. Нам уже там надо быть 10 часов. Да, уже там надо. Воу. Короче, нам надо хоть чуть-чуть выспаться, а мне еще надо подготовить ответы на вопросы, чтобы хоть что-то ответить публике. Я почитал вопросы, которые мне скинул организатор этого мероприятия. Вот. И я спросил про количество народу, сколько примерно будет. Мне написали, что примерно около 100 человек, чуть больше, чуть меньше. Ну, по заявкам, я так понимаю. Вот. И это как закрытое мероприятие получается. То есть, опять же, как я понимаю, там будет около 100 ютуберов, да. Ну, может быть, также там будут маленькие, большие каналы, непонятно. Вот. Надо срочно ложиться спать, и с вами мы уже увидимся утречком. Вот прям утречком. Добрейшим утречочек. Да, добрейшим утречком увидимся. Слушай, это надо поставить. Знаешь, можно, когда кадр меняется, можно добрейшего утречка вот так вот сделать, и будет забавно. Вот. Поверите, в какую задницу мы приехали. Но посмотрите на стены, которые находятся слева от меня. Google умеют выбирать место проведения своего мероприятия. Вот. Да, офигенная камера. Зога купил такую же камеру просто потому, что она офигенная, но он на нее ничего не снимает. Ну или снимает, как я разговариваю. Здесь безумно шумно. Короче, грубо говоря, мы приехали в какую-то жопу. И нам нужна фабричная 31. Здесь очень-очень грязно, между прочим. Вот я сейчас иду, и прям, чтобы не наступить в какую-нибудь какашку, это нужно постараться. Мы что-то нашли, пацаны. Идем дальше искать. Смотри, вот уже, вот смотри, это Дольче Габбана, да? Палас какой-то получше. Кафе. Короче, где-то, я так понимаю, здесь будет мероприятие, но нам надо его просто найти. И зайти, и провести, и ответить на вопросы. Короче, увидимся уже на мероприятии. Есть скрытые такие логотипы, которые обозначаются
логотипом YouTube. Мы, короче, встали у входа, где все просто ходят туда-обратно. Ничего невозможно сказать. Так вот, туда могут зайти только истинные ютуберы, знаете, только избранные. Если вы не ютубер, вы просто не откроете эту дверь. Давайте проверим. Это как Гарри Поттере, это типа стена. Да, да, 9. Платформа 9.3.4. Нормальные люди просто не видят, тут как будто стена здесь. Девушка-ютубер. Ребят, на самом деле здесь дверь, я вам... Смотрите, прикасаемся. Все, короче, заходим. Привет, я меня зовут Гриша, я тоже менеджер подкаста на YouTube. Мы с Олей Машей вместе работаем в Лондоне и занимаемся тоже развитием различных авторов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Азербайджане. Окей, как я уже сказал, здесь основная презентная стратегия — это 10 вещей, которые часто объединяют популярные каналы. Это не чек-лист, да, не значит, что на каждом абсолютно канале абсолютно любой тематике будет этих 10 вещей. Однако это хороший способ, как можно посмотреть на канал и как можно его оценить, то есть найти его сильные и слабые места. Первое — это распространение, или на английском shareability. Есть ли какие-то идеи, что это значит? Может быть, распространение где-то помимо YouTube, да, там социальные сети. Распространение. Да, да, совершенно верно. То есть распространение — это то, что побуждает ваших, насколько легко вашим контентом делиться, например, в соцсетях. Верит ли свой контент? Десятый статья. Как бы... Потому что у нас четкая бизнес-схема, мы должны оценить канал. Ну верит, и... да, верит ли... Не, ну автор, думаю, верит, это 10 точно, потому что если человек делает, он стопудово верит. Да, вот, ребята, график. Все понятно, так, отлично. Смотрите, как красиво он это рисует. Ты, наверное, очень на архитектора странный. Учишься, да, Жек? Очень ровный. Вот такие оценки мы поставили. А, вот тут еще не поставили. Если... Третий тут получается. Давай не просто, чтобы красиво было. Это щит какой-то. Серп и молот. Можно вот сюда и будет такое. Давай, чтобы красиво получилось. Это ютубовский грибок. Посмотрите. Это реально... Это стрелочка пирамида. Это, знаешь, плавно перетекает стрелочку. Она указывает на пирамиду. Кружочка, же нету. Нету кружочка, да. Нету кружочка там. Ну всем привет. Пожалуйста, не смей. Это он не притворяется сейчас. Он реально такой больной. Так он ей играет. Мне не интересен канал. Когда у Влада раздвоение личности. Это Влада. Есть Влад, а есть Влада. Да. Ты сейчас можешь сказать: подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. А вот это вырезать надо будет сейчас. Я смотрю блоги, топы и, короче говоря. Типичная, вот, слушай, прям. А он разве играет кого-то? Он помнит. Да такой же. Сколько с ним общается? Он помнит такой же всю жизнь. Ребята, это похоже немного на мой канал. Посмотрите, эпизодно у меня выходят влоги. Эпик видео, моя девушка открывает кейсы. И Everyday это... Ролик с Евгеном, подписывайся. Everyday это летсплей. Вот очень похоже, кстати. Что ты сколько, Серега? Кто ты там про Семена? Кто там про Серега? Чего ты там? Сладкой булочки захотел, что ли? Вот этот вот парень, ребят, он создатель Ютуба. Если у вас какие-то проблемы, он виноват. Смотрите. Он очень любит коллаборации. Запомните его лицо. Да мне. Это вообще не... Ребята, у вас всех коллег можно назвать успешными авторами в той или иной степени. Был ли такой момент, когда вы просто занимались этим делом и поняли, что вы для себя решили? Может быть, вы для себя не решили, что вы успешны еще? Если решили, был ли такой момент? И как он наступил? То есть как это происходит, когда у вас первая сотня тысяч человек, там 500 тысяч человек нас подписалось, или какой-то, вы с кем-то познакомились, выпустили какой-то ролик. Был ли такой момент? Ну, когда меня вообще люди начали смотреть, я почувствовал, что я, ну, интересен кому-то. И не скажу, что это прям вау-успех, но все-таки кому-то интересно слушать меня, смотреть мои ролики. И, может быть, это успех, я думаю, найти своего зрителя. Я не знаю, я до сих пор не считаю себя успешным, потому что я не достиг чего-то того, что у меня есть в голове.
хочется всегда больше, хочется стремиться, хочется развиваться. Но приятно, когда тебя узнают на улице, но для меня это немножко непонятно, когда человек бегает к тебе с фотоаппаратом, и у него рука вот так вот дрожит, и он хочет с тобой сфотографироваться. Вроде я такой же обычный парень, как и этот мальчик или девочка, которые стоят рядом со мной. И я не знаю, можно ли это назвать успехом, но мне кажется, какие-то великие дела, по крайней мере у меня, еще только впереди. Пока вот только сейчас то, что я имею, это только начало. Ко мне, кстати, тоже подходил этот трясущийся рукой, то ли мальчик, то ли девочка. Я знаю, как ты говоришь. Я не знаю, мне кажется, вообще мало кто может сказать, что он почувствовал в какой-то момент вот так успех, потому что, ну, это сложно представить. YouTube подразумевает то, что ты постепенно набираешь там, просмотры, подписчиков, популярность, интернет. Поэтому было бы странно, наоборот, если бы кто-то так внезапно этим утром почувствовался популярно, потому что это очень проблема. То есть либо это должен какой-то один ролик выставить, а внезапно. То ли мальчик, то ли девочка. Я понял. Первый человек, который снимал кейсы для CSGO, допустим, да, он никто этого никогда не делал. Он первый решил попробовать, на следующий утро это стало жанром внезапно. То есть тогда, да, это и какой-то успех можно почувствовать, а в других случаях это все просто процесс постоянной работы над собой, над своим каналом, и это не ощущается как «Воу, теперь я рок-звезда». Да, ваша креативная как бы жизнь, вы видите себя, ну, как бы, как видеомейкера через 5 минут? Так, с Ютуба сам канал куда он идет? Там останется просто кто-то на ТВ, например, переходит, там, Макс быстро посмотрит, там, по перцу показывает, ну, просто как еще дополнительно куда-то пошел, тоже выкладывает этот видос. В любом случае надо развиваться, нельзя оставаться на месте, надо искать какие-то запасные варианты, ну, вдруг Ютуба не будет, да, надо куда-то в другое место своего завод. На завод, шахту, подальше цвета, что у нас еще в перспективе. Шоумен. Ну, что бы вы хотели? Вы хотите, я не знаю, написать книгу, или вы хотите телешоу, или вы хотите... Любая лицо. Что? Снять фильм. Снять фильм. Я хочу открывать киндер. Слушай, ты уверен, что справишься? Ну, когда вот через 5 лет мне уже будет достаточно опыта, чтобы уже открывать киндер. Я просто смотрел, кейс ты так одним кликом, а киндеры, я смотрел, опять же, там, у этих анбоксеров детей, они там еще покушают. Да, а можно почему тебе только моторика? Через 5 лет нужно будет завести себе ребенка маленького, который будет это делать. Так, некоторые сделали, честно говоря. Так получился мистер Макс и мисс Кейти, они, собственно, так и получились. А вот такой вопрос. А огромное количество видеоблогеров прямо сейчас или снимает свои видео, или монтирует, а вы сидите перед нами. А зачем, для чего, как вас уговорили? Можете пару слов? У меня мама здесь живет, мне нужно было на халяву приехать в Новосибирск, чтобы с ней потусить. Вот. Я в автобусах люблю по 8 часов ездить. Давно Кирилла просто не видел, и ребята, мы решили встретиться. Вот, приехали пару дней. Это же статусность, понимаешь? Нам еще сказали, что здесь бургеры бесплатные будут. Очень вкусные сэндвичи. Да, там еще штамп YouTube такой пригоревший тогда. Вот он самый вкусный. Прям чувствуешь на вкус. Ты ешь, и там еще лук такой горит. Пригоревший. Жареный. Не, ну вкусненько, спасибо. Да. Кто-то не вегетарианцы. Представьте, что у кого-нибудь из вас выстрелит карьера на YouTube, а я потом смогу есть. Это я сайт рекламу. Вот и все. И не отмажетесь. Ведь пришли сюда с нами дослушать. И даже если вы не будете их использовать, я все равно скажу, что использую. Все, ребята, мы выступили. Все уже, люди сейчас все расходятся. Вон, все уже, почти пустые аудитории. Оцените, как там что получилось, я надеюсь, залью как-то отдельным роликом это все. Кусочки вы увидели во влоге, и я думаю, оставлю полный какой-то фрагмент. Если там будет много всего интересного, то залью как интервью, также на канал, и там вы все сами сможете увидеть. А пока вот такой вот вам вид за окном. Я чувствую, жесткая тусовка намечается. Очень много джема, очень много йогурта и очень много сока. Взламываем хату. Ютубер взламывает хату. Шек-шек, как? Нормально? Шек! Взламывается. Ты так, ты до такого этого похож. Ты жулик. О-о-о. Нихера себе. Братан, ну-ка включи свет. Охереть. Свет включите. Да свет, ёпта, включите. Офигеть, хата.
Офигеть, ребята! Офигеть, хата! Куда дальше еще пойдем? Свет, смотрите! Да! Надо хаски сразу засунуть в морозильник. Обзор на хату сделаю чуть попозже, потому что у меня батареи почти нет, ребята. Пиздец, тут спал с подогревом или что? Это офигенная хата. Я до сих пор по ней хожу. О, пацаны, короче, я себе комнату приметил. Все, я остаюсь здесь, я сплю здесь. Ничего не знаю. Короче, мы приехали в хату. Тут есть пиво. Первый МС бывший. Да, МС. МС настоящий. Дай, брат. Уже настоящий. Нет, да. Тебе утка давал. Дай бит. Вот, в общем, ребята. Вот и заебись. Дай бит. Дравишься? Покажите место. Короче, я занял это место, но мое. Вот так вот мы быстро очутились из дома, сразу перешли в кинотеатр. Такой быстрый флешбэк получился из дома сразу в кинотеатр. Не показывал вам весь путь, потому что ничего интересного не происходило. И все сейчас состоит в трудность в том, что Жека и Влад, они тоже снимают влоги. И снимать параллельно три видео и что-то комментировать, это не круто. Это получится что-то не очень интересное, не очень классное. Сейчас мы купили билеты на фильм «Хардкор» и пойдем его смотреть. Вот. Сейчас ждем Ферамира, дождемся и сразу бежим, потому что наш фильм уже, по сути, начался по времени. Вот. Маленький пересказик я вам скажу, без всяких спойлеров. Просто выскажу свое мнение, когда уже выйдем оттуда. Ну, а пока ждем Ферамира. Короче, мы все под впечатлением, мы все вышли, и все сейчас высказывают свое мнение. Это просто лучший российский, наверное, фильм вообще из всех российских фильмов. Мне больше понравился момент про стриптиз-клуб. Нет, ну ты согласись, очень много было разных моментов. Очень много, вот, как правильно сказал Леха, отсылок. Очень много пасхалок. Да, это просто супер. Слушай, дождь идет. Дождь. Леша просто очень много переиграл в Call of Duty, он все-таки школьник. Да и... там не только из Call of Duty, но... Нет, фильм это очень годный. Круто, очень круто. Вы посмотрите на реакцию людей, то есть это реально очень круто. Это реальный фильм, и я советую вам сходить, но если вам нет 18, то... Ну как 18? Ну 16 лет. 18, вас знаешь, не пустят. 18 плюс. Я вот сидел, и в какие-то моменты у меня прям мурашки по коже шли, и вот этот хруст костей. Да-да-да. И когда его бьют, я такой сижу, а! И там, короче, трейлер, ну не трейлер, давай я скажу вкратце вот о фильме, но ты, если что, запикаешь. Охуенно, ребят. Да. Нет, это реально, как бы... это вот это все, это объясняет полностью сам фильм. Но полностью. Если вообще. Вы, например, не нам любите. Нам заплатили. Если вы, например, не любите, да, вот этих хрусткостей, где везде кровь, то это не ваш фильм, и вы его не оцените. Еще знаешь, что я за собой заметил, когда вот он бежал за этим, ну когда еще, когда бегали за чуваком за этим, да, он. Это я пытаюсь просто без спойлеров сказать, поэтому так сильно думаю. Да, вот когда он бежал прям за ним, мне хотелось самому руками схватить, сука, его это, и что-нибудь побить, я не знаю, схватить, ударить. Когда моталась камера, вот это не очень. Меня тошнило. Переходы еще чувствуешь. Вот канал Дождь ТВ, ваше мнение о фильме. Это знаешь, как сыграть? Да, это как посмотреть Mirror's Edge, наверное, вот. Даже еще круче. Я ютубер. Есть... Короче, вы поняли, это очень круто. Если вы на него не ходили, то обязательно сходите. Это реально фильм, который можно порекомендовать. Вот. Мы смотрели, и никто не жрал, не было скучно, и постоянно был экшон, это самое главное в фильме. То есть постоянно что-то происходило. Короче, если вы любите мясо, кровь, то это ваш фильм. Идите с друзьями там и угорайте, и кайфуйте. Да. Короче, мы рекомендуем. Все, поперли, а куда мы сейчас идем? Мы идем на квест. Вот так вот получается. Я говорил, что мы пойдем на квест, а в итоге вы посмотрели таймлапс с кальянной. Мы там немножко поперископили. У меня до сих пор легкий в жопе. Можете зайти на мой перископ, который есть в описании, и посмотреть. Там до сих пор, там до сих пор будет сохранена трансляция. Вот, посмотрите, как мы там посидели. Сейчас мы уж точно идем на квест. Я не знаю, я спрошу снять свою реакцию до и после. Соответственно, там снимать не... Я наступил просто в громадную лужу. Я смотрю, Женя бежит. Чё бежит?
А там ждала девушка, чтобы нас пропустить. И я просто в лужу. На! Извините меня за мат, пожалуйста, я, конечно же, я его запикаю. Прощение грешит. Но, тем не менее, мы идем на квест. Все, закинули. Закинули наши вещи. И попробуем квест. Мы с Владом вообще первый раз. Да, это, блин, я чувствую, у нас будет, знаешь, с тобой прям. Я думаю, у нас будет, да, жопа будет играть час. И все, расскажем свои эмоции уже после. Мы офигели от квеста, все вышли под впечатлением, это капец. Офигеть. Посмотрите на эти лица. Просто, ребята, не надо. Кирилл? Слышь. Кирилл, знаете, что он делал? Он занял угол. Он меня ко мне сзади выходил. Ребят, смотрите, вот я стою, да? Представьте, что вот это я и Кирилл вот так вот ко мне вот встал, вот так вот в темноте вот. Он ко мне сзади подходил, обнимал меня, шел за мной, вот прям меня встал. Я знаете, как его обнимал? Посмотрите этот пот. На это, сними, как я обнимал это Влада. На, смотри. То есть, получается, идем в темноте, нас сзади окружает маньяк. Он идет, я вот так обнял, и просто толкаю вперед, и выдержусь. Инстинкт самосохранения. Вот, я вообще весь плотный, страшный. Мы прошли квест, у нас выдавался час, мы прошли за 53 минуты. Но нам давали подсказок много. Вот, то есть не давали то, что типа вот, но все равно там надо. Час и все, и не прошли еще, да. Раз ходить. Нет, прикольно, прикольно, прям понравилось от души. Утка можешь? Чуть. Там есть. А, да? Там бери. Короче, вот так вот. Было круто. Ребята, просто посмотрите на этот пот. Вот так, мы, короче, там был один такой момент, когда мы забились все в угол, и один я остался, короче, у холодильника. Они в куче, я один такой, нет, не подходи ко мне. Он так еще раз в 10 громче и писклял голос. Она прям маньяк подходил и светил. Это вообще, да. Ребята, просто класс, реально класс, рекомендуем. Это мой вообще первый квест. Там есть еще пострашнее даже в какой-то степени. Там какие-то моменты так полегче, какие-то пострашнее, я думаю, у вас тоже отвели туда. Пострашнее! Когда... Мы завтра еще пойдем, завтракать. Когда он вылазит на другу, да, ребята, он за ногу меня схватил! Вот, ребята, короче, завтра приезжает Катя в 3 часа дня, мы с ней решаем, когда устраиваем сходку с вами, в субботу будет сходка, так что вы это увидите сегодня, сегодня четверг. Да, сегодня четверг, увидите, это в четверг. И сходка будет в субботу этой недели. Вот. Где будем встречаться, скажу уже в следующем влоге, который выйдет прямо завтра. Прямо завтра выйдет влог, в нем смотрите, где мы с вами будем встречаться. Вот. Ну а пока что, я пошел одеваться, и я до сих пор под впечатлением, и все. Идем домой. Я тебя видел. Но ты не забудешь никогда мои объятия. Это я не забуду никогда твои объятия. Просто страх, у страха глаза велики, так что вот. Ребят, мы можем тут Creator Day свой вообще делать, раздавать подарки тут, вот как бы. Женька, на, держи, вот тебе подарочек. Вот тебе за то, что участвовал, на сцене там выступал. Можно мне подарочек, пожалуйста? Да, конечно. Смотри, вот тебе подарочек, держи, тебе подарочек. Да. Чтобы попасть на сцену, надо сначала усачивать. Можно мои пакетики не раздавать? Я себе набрал. Что такое вообще? Знаете, это просто история о том, как заработать свой первый миллион. Воруй. Он просто пришел на Creator Day и своровал все вот эти вот штучки. А потом будет продавать их. Вот. Это секрет успеха. Бегаем, идем. Вот так вот. Целый рюкзак. Мы пришли, нам дали рюкзак ютубовский, в него мы накидали кучу бутылок. Я не знаю, где здесь магазин. Вот так вот. Минерали. Да, это я спонсор сегодняшнего ролика. Вот так. Пап, дай деньги. На, сотку. У тебя еще один сын, Джек. Джек, Джек, еще один сын. Кому еще? Мне, ну, мне денег давай. У тебя уже больше, поэтому о, тебе 500. А мне? В смысле? Ну, пап! Вы можете подраться за эту ночь. А почему? Подеритесь. Это ночь. Надо, сынок, держи. Спасибо большое. Сынок, тебе надо? Давай, пап. Я люблю больше всех, поэтому... Это потому, что он черный? Короче, ребята, все, мы приперлись домой. Да, сейчас же сажусь смонтировать влог, и я, смотрите, как снимаю. Слышь, то есть сходу с жару начал снимать, и даже куртку еще до конца не снял. Надо вот, все, сейчас быстро сажусь за ноутбук, вон за тот, и начинаю монтировать влог. Вот. Обзор квартирки ждите завтра, когда Катюха приедет, мы уже с ней полностью покажем вам квартиру. Будет интересно, так что подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Еще вон те чуваки, он тоже где-то там тусуются, ссылочки на них вы увидите в описании. Вон они все, вон там. Вот, все. Увидимся с вами завтра, выйдет влог, так что давайте, адьос, чуваки.